Художник Иван Крамской подъехал к дому номер 36 на Литейном проспекте серым февральским полднем. Расплатился с извозчиком и медленно двинулся на второй этаж хорошо известного ему богатого дома. Остановился у двери с латунной табличкой, на которой значилась фамилия знаменитого хозяина квартиры. Преодолевая внутреннее препятствие, вошел и, тяжело ссутулившись, побрел через анфиладу комнат. Жуткий душераздирающий крик заставил Крамского вздрогнуть. Он на секунду остановился, словно споткнувшись, но неожиданно распрямился, надел на лицо приветливую улыбку и бодренько зашагал к цели. Этот полный нечеловеческих страданий и боли крик принадлежал Некрасову. Милостивый государь Федор Михайлович, я собираю в свою коллекцию русской живописи портреты наших писателей, имея уже Карамзина, Жуковского, Лермонтова и других. Уже заказаны Герцена, Щедрина, Некрасова. Позвольте и ваш портрет иметь масляными красками. В письме коллекционера и мецената Третьякова, которое Достоевский получил в апреле 1872 года, имелась неточность. Портрет Некрасова заказан не был. Лишь через 5 лет, узнав о смертельной болезни поэта, Павел Михайлович спохватился. Спешно направил к нему Крамского, только бы успеть. И начинает писать Иван Николаевич Крамской портрет в феврале месяце 1877 года. В письме Третьякова он пишет, что Некрасов настолько болен и слаб, что позировать может от 10 до 15 минут в день, и то урывками. То есть работа художнику предстояла колоссальная. Больше недели ежедневно Крамской дежурил у постели больного. Работать над портретом возможности почти не было. Он в основном ухаживал за терпевшим страшные муки Некрасовым. Он умирал долго, очень мучительно, да, узнал, что он умирает. Это как раз тот случай, когда почти надежд никаких не было. Он запрещал себе делать, да, обезболивающие, чтобы не терять, да, рассудок, чтобы не спать. То есть боролся, что называется, до конца. Некрасову недавно исполнилось 55. Он не сомневался, что причина этой жестокой болезни – кроется в далекой юности. «Я был очень молод и очень беден. Видел голодную смерть лицом к лицу. Ровно 3 года я чувствовал себя постоянно, каждый день голодным». Однажды хозяин выселил его из квартиры, и 17-летний юноша остался один на улице, без гроша, в легкой одежде холодной осенней ночью. Побрел, куда глаза глядят. На Невском сел на скамейку и уснул. Подобрали и приютили нищие. Был такой. Он замерзал в этом городе. У него никого здесь не было. Ну, как известно, он в 1938 году приехал в Петербург. Отец отказал ему в каком-либо содержании. И, потому что он не пошел в дворянский полк, а в университет хотел поступить. Делал попытки поступить в университет, у него не получилось. А вот потом встреча с Федором Кони и его прекрасное начало и в литературной газете, и в «Пантеоне». Из письма Некрасова редактору литературной газеты Федору Кони. «Я помню, что я представлял из себя 2 года назад, как я жил. Я понимаю теперь, мог ли бы я выкарабкаться из ссоры и грязи без помощи вашей. Я не стыжусь признаться, что всем обязан вам». В литературной газете 20-летний Некрасов писал под псевдонимом Перепельский. Его мечтой был собственный поэтический сборник. Зарабатывал на него публикациями любого жанра и даже успешно перевел на русский язык французскую пьеску, не зная при этом ни слова на языке оригинала. Вот один из раритетов, очень большая редкость – это первый сборник Некрасова «Мечты и звуки». Сборник успеха не имел. И простроенный юноша бегал по этим книжным лавкам, вот в гостином дворе в частности, скупал
вот эти свои книжечки и сжег их. Некрасов перестал на какое-то время писать, потому что он был убит таким результатом. Но прошло время, и все-таки снова вернулся. Из письма Ивана Крамского Павлу Третьякову. Когда я начал писать портрет, то убедился, что так сделать его, как я полагал, то есть на подушках, нельзя. Да и все окружающие восстали. Говорят, это немыслимо, к нему не идет. Что Некрасова даже в халате себе представить нельзя. И поэтому я ограничился одной головою, даже без рук. Задача, прямо скажу, трудная, даже едва ли возможная, для кого бы то ни было. И если мне удастся сделать хотя бы что-нибудь сносное, я, право, буду считать себя молодцом. Это был боец. Вот как рыбе нужна вода, так же Некрасову нужна была борьба. Обычно его вспоминают, когда особенно по утрам или днем он выходил к гостям вялый, сонный, апатичный. Вот. А когда он ощущал, что вот будет борьба, неважно, журнальная, там, карточная, охота или еще что-то, он преображался, Некрасов, становился совсем другим человеком. Он приосанивался, становился весел, разговорчив, глаза его горели. Вот таким был Некрасов. Ему нужен был адреналин. Его не случайно Скобичевский сказал, что из таких людей мореплаватели выходят, пираты, контрабандисты. Ему нужен был азарт во всем. 1 января 1847 года вышел первый номер обновленного журнала «Современник». Главный редактор – Николай Некрасов. После смерти Пушкина журнал выпускал его друг Петр Плетнев, ректор Петербургского университета, в который еще недавно Некрасов безуспешно пытался поступить. И вот вчерашний неудачник выкупает у ректора почти обанкротившееся издание и творит из него сенсацию. Чернышевский, как известно, в 1862-63 годах в Петропавловской крепости пишет свой выдающийся роман «Что делать?». Некрасов многократно обращается к властям с просьбой посещать Чернышевского в Петропавловской крепости, в чем ему не было отказано. По частям он этот роман получает на руки, причем Чернышевский идет на довольно интересную хитрость. Он снабжает рукописный текст своего романа многочисленными комментариями, вложенными записками. Для чего это делается? Выходя из здания Петропавловской крепости, там, условно говоря, подходит цензор, внимательно смотрит, что передается. Цензор обращает внимание на вкладыши. На этих вкладышах мы имеем отвлеченное рассуждение о любви, о любовных траекториях в романе «Что делать?», о любви Веры Павловны к людям, к человечеству и так далее. Цензор верил вкладышам, велся на этот хитрый трюк. В 1863 году уже полный текст «Что делать?» был опубликован в «Современнике». Произвел, конечно, фурор на русское общество. Безусловно, роль Некрасова здесь глобальна. Он был честным, благородным предпринимателем, да, который как предприниматель-издатель сделал просто колоссальные услуги русской литературе. Огромный факт, что это Некрасов дал путь в литературу и Достоевскому, да? Это же Некрасов, новый Гоголь родился. Это не Белинский сказал, как ошибочно думаю. Это Некрасов сказал Белинскому, а Белинский наоборот, да, скептически воскликнул, что у вас в Гоголе как грибы растут. И первый, кто напечатал Толстого, детство, которое Толстой вполне робко, так сказать, прислал из Кавказа. Просто в конверте, значит, послал рукопись еще и с оплатой за возврат. Сейчас, конечно, трудно представить себе Толстого, который робеет, да, и говорит, что в случае, если вам не понравится. Вот, и вот Некрасов даже не знал, да, кто это такой. И он просто вот действительно заинтересовался, да, большим дарованием и напечатал, ну, с цензурными, да, там, проблемами. В детстве отец учил маленького Николку ездить верхом. Тот скатывался с лошади, плакал. Отец упорно усаживал его обратно. Однажды малыш упал подряд 18 раз и научился. Отношения с цензурой были сродни. Некрасов падал, поднимался, но конца этому не было. И, как стало ясно, из обнаруженного в архиве документа и быть не могло.
26 ноября 1857 года Главное управление цензуры оповестило Министерство просвещения Российской империи, что отзывы о сочинениях Некрасова не должны иметь характера исключительно апологического. Иными словами, Некрасова нельзя было хвалить. В фондах нашего архива есть довольно любопытное дело, когда начальник третьего отделения, тогдашний Алексей Федорович Орлов, делает отношение министру народного просвещения графу Уварову. Он говорит о недопущении в печать стихотворения «Колыбельная песня». Возмущается по поводу того, как петербургская цензура могла такое пустить в печать. На что Уваров сразу же отвечает. За это ответственен попечитель Санкт-Петербургского учебного округа. Попечитель в это же время отвечает Уварову следующим. Я считаю, что стихотворение безобидно, потому что оно бичует пороки современного общества, и только таким методом можно эти пороки искоренить. О последствиях для попечителя округа документ умалчивает, но цензор, который пропустил это стихотворение в печать, был наказан, отстранен от работы, лишен жалования. Крамской торопился. Некрасову ненадолго стало лучше. Он, постановая, словно вытягивая какую-то бурлацкую надрывную ноту, диктовал своей сестре только что родившиеся стихи, которые потом составят цикл «Последние песни». А после, стоя в постели на коленях в одной рубашке, слабым голосом, слегка нараспев, прочел их художнику. Крамской был потрясен. «Но перед ночью непробудной я не один. Чу, голос чудный, то голос матери родной. Пора с полуденного зноя, пора, пора под сень покоя. Усни, усни, касатик мой». Всю жизнь образ матери был для Некрасова путеводной звездой. Вот, к сожалению, о Елене Андреевне знаем мы очень мало. Нет даты рождения точной этой женщины. Мы не знаем ни одной вещи, которая ей принадлежала. Нет портрета. Ни этого ничего не сохранилось. Сохранилась запись о венчании Алексея Некрасова и Елены Закревской. Произошло это событие на Украине. Там же родились старшие дети. Николай 10 декабря по новому стилю 1821 года. Через 5 лет семейство переехало в Грешнево Ярославской губернии. Известно, что дом в Грешневе – это родовая усадьба. Николай Алексеевич еще при жизни отца называл гаремом, что очень много было вот этих крепостных наложниц при жизни матери. И потом возник вопрос, а было ли это? Оказалось, что в принципе да, было. Например, в метрических книгах села Абакумцево зафиксировано рождение 2 его детей. В 1827 году 19 марта Федор Алексеевич Некрасов, это младший брат поэтов, а 2 июня этого же года сын Владимир у Алексея Сергеевича. Уже после смерти Елены Андреевны таких женщин было, как христиане вспоминали, не меньше 7. 3 девочек Алексей Сергеевич усыновил. Отец поэта, Алексей Сергеевич Некрасов, богатый помещик, владевший множеством крепостных, себя не сдерживал. Чтобы дети не были свидетелями отцовских оргий, мать уводила их в дальние комнаты. Родовая усадьба Некрасовых Грешнево сгорела еще в XIX веке. Сохранился лишь один дом, в котором располагался организованный отцом семейства оркестр из крепостных музыкантов. Алексей Сергеевич зарабатывал на нем неплохие деньги. Его оркестр с удовольствием арендовали соседи. Играл он и на свадьбе старшей дочери Елизаветы, любимой сестры Некрасова. Они были ровесники. Елизавета родилась в начале года, Николай в конце. Свадебные торжества проходили в Ярославле. Некрасов, свидетель со стороны невесты, остановился в гостинице, которая располагалась в этом доме. И он, видимо, уехал сразу после свадьбы. А мать скончалась через 3 дня после этой свадьбы. Ее похоронили возле храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Абакумцево со стороны алтаря. «В ту ночь я хотел бы рыдать на могиле далекой, где лежит моя бедная мать. В стороне от больших городов, посреди бесконечных лугов, за селом, на горе невысокой. Вся бела, вся видна при луне. Церковь старая чудится мне.
и на белой церковной стене отражается крест одинокий. Повидайся со мной, родимая. Появись легкой тенью на миг. Всю ты жизнь прожила, нелюбимая. Всю ты жизнь прожила для других. Неужели за годы страдания тот, кто столько тобою был чтим, не пошлет тебе радость свидания с погибающим сыном твоим? Могила Елены Андреевны сохранилась, а семейная усыпальница, которую построили значительно позже и в которой упокоился отец Некрасова, в 20 веке была разорена, захоронение уничтожили. Осталась лишь часовня. Это квитанция Комитета общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Вот Некрасов принимал самое активное участие в создании этого общества. Некрасов председателю комитета Ковалевскому 4 мая 1863 года. Молодой литератор с несомненным дарованием Воронов вследствие несчастного стечения обстоятельств впал в положение отчаянное. Он нуждается в 200 рублях. Это его спасет. 7 октября. Умер по-миловски, оставив мать, которая не знает, на что его хоронить. Будьте милостивы. Выдайте помощь бедной женщине немедля. 20 ноября. Госпоже Чернышевской 200 рублей. Захарину 200. Из писем Тургенева, одного из ближайших друзей Некрасова. Некрасов мерзавец. Некрасов великая дрянь. Некрасову свойственно надувать людей. Где издательство, там деньги, да, соответственно, туда вмешиваются расчеты коммерческие. Они всегда очень опасны для дружбы. Вовсе ни одного только Некрасова. Вот кого не возьмите из редакторов, издателей, редактора «19 века», берете порядочную коллекцию высказываний о том, какой он кулак, какой он там мошенник. Приехав в Петербург, Тургенев узнал о болезни Некрасова и пришел к нему. Я едва узнал его. Боже, желтый, высохший, в одной нарочно изрезанной рубахе. Он не мог сносить давление самого легкого платья. Порывисто протянул страшно худую руку, и на съеженные зрачки загоревшихся глаз скатились слезинки. Сердце во мне упало. Во время очередного визита Крамского Некрасов попросил узнать, не купит ли Павел Михайлович Третьяков у него картину художника Ге «Пушкин в селе Михайловском». Крамской передал просьбу, но Третьякову картина не нравилась, и он отказался. Не догадался, что деньги нужны были на лечение. Нуждающегося Некрасова тогда мало кто мог себе представить. Когда увлекся карточной игрой очень большой, такой серьезный, уже журнал не являлся источником для него дохода, или, скажем так, основным источником. Он какие-то деньги, конечно, оттуда брал, да, когда ему было надо, из кассы. Но имение Карабихана это нельзя было купить. Он играл в коммерческие игры, как это тогда называли, игры типа преферанса. Он играл в игры, требующие расчета, требующие хладнокровия, требующие памяти. Такие серьезные игры. И, судя по всему, на очень большие деньги. Какие-то моменты просто ошеломляющие большие. Я думаю, что проигрывал тоже, но выигрывал чаще. Есть такая легенда, что Карабиху выиграл в карты Николай Алексеевич, но это не состоятельная легенда. У нас есть делопроизводственная документация, то есть это арендный договор, это купчая на Карабиху. Выиграть он ее явно не мог. 40 тысяч рублей серебром заплатил Некрасов за Карабиху. Усадьба находилась на вершине Карабитовой горы, из которой били чистейшие ключи. Несколько прудов, парк, яблоневые сады. Некрасов хотел здесь жить большую часть года, писать и отдыхать душой. Но дом требовал ремонта. Винокуренный завод, полученный в придачу, хорошего управляющего, которым стал брат Федор. Он вскоре женился, и у Некрасова появились чудесные племянники. А затем хозяин почувствовал себя лишним в собственном доме. И Николай Алексеевич, получается, продал Федору Алексеевичу эту усадьбу за 30 тысяч рублей серебром. Ну, то есть сам заплатил 40, уже такое, в таком плохом состоянии, уже восстановленную усадьбу он продает за 30 тысяч.
рублей серебром, когда болел Николай Алексеевич, ему нужны были деньги для лечения, для оплаты как раз врачей. И он в письмах как раз просил, чтобы Федор Алексеевич из его денег ему как раз и оплатил это. И жену Некрасов выиграл в карты. Эта версия не подкрепляется никакими документами. И, кроме того, мы считаем, что Николай Алексеевич, который никогда не владел ни одной крепостной душой, играть на женщину, ну, наверное, он просто не смог бы. На самом деле, к сожалению, вот самые вроде бы такое достоверное свидетельство — это Лазаревского. Тогда он вел дневник и очень вот много о свиданиях с Некрасовым. Сейчас вот он там сообщает, что Некрасов, ему сам Некрасов говорит ему, что он там взял из заведения, да, ту девушку. Заведение понятно, да? И очень не хочется верить. Вот с точки зрения, так сказать, науки, конечно, это очень серьезное свидетельство. Фёкла Анисимовна Викторова, дочь солдата. Некрасов дал ей новое имя – Зиночка, и отчество – Николаевна. Ей единственной было позволено ездить с ним на охоту. Некрасову было 50, когда он приобрел имение в Чудово – охотничье. Для души – живописная природа, рядом преданная женщина, любимая собака Кадо. Вот вспоминать, что Кадо действительно он баловал так, как не следует вообще собаку баловать. Например, Кадо разрешалось, когда Некрасов работал у себя в кабинете, то есть кабинет полностью закрывался, нельзя было туда входить, должна была в доме быть идеальная тишина. А Кадо разрешалось присутствовать, вот, находиться в кабинете. Или, например, во время обедов. Всегда вспоминали, на столе стояла хрустальная ваза с водой, и Кадо мог в любой момент прыгнуть на стол, попить из этой вазы, никто не смел сделать ему замечание. Зиночка застрелила Кадо. Случайно, во время охоты. Для Некрасова это был страшный удар. Он очень переживал. Говорят, что он даже хотел прогнать Зину Николаевну, не хотел ее не видеть, закрылся у себя в кабинете, не выходил оттуда долгое время. Вот этот документ о заключении брака Некрасова с Викторовой Фёклой Анисимовной. Венчание было в доме Некрасова. Принесли палатку. И вот, ну якобы в этой палатке, это какая-то стилизация храма, хотя в документах фигурировал Адмиралтейский храм. То есть документ был неверный, он был фальсифицированный. Да? Но вот священник этого храма, думаю, больше всего из уважения и преклонения перед известным поэтом, вот он согласился, ну, вот на такие уловки, за что и был наказан. Но вот спустя годы его лишили сана. Некрасова к алтарю вели под руки, босиком, в измятой, изрезанной рубахе. Он венчался из последних сил, отдавал свой долг Зиночке, посвятившей ему жизнь. Зинаида Гиппиус назвала Некрасова человеком с обостренной совестью. Недовольным собой он был всегда, но в последний год жизни чувство вины раздирало его. О болезни поэта знала вся империя, письма поддержки почта доставляла ежедневно сотнями. Он же изнывал от невозможности изменить прошлое. 4 апреля 1866 года Дмитрий Каракозов стрелял в царя. Промахнулся. При обыске у террориста нашли несколько номеров «Современника». Чтобы спасти журнал, Некрасову посоветовали написать оду генералу Муравьеву, который вел расследование. Что тот и сделал. Журнал все равно закрыли, но на голову редактора посыпались обвинения в предательстве. Пишет стихи о свободе, о страдающем народе, а сам целует руку палачу. Образ Муравьева преследовал Некрасова до последнего часа. В конце марта Иван Крамской закончил портрет. Голова Некрасова получилась хорошо,
Она органично вписалась в дорисованную отдельно в мастерской фигуру мужчины, скрестившего на груди руки. Деловой, энергичный Некрасов, каким он уже давно не был. Некрасов заказал еще две копии на память – сестре и жене. Заплатил деньги, но таинственным образом появилась еще одна копия. Они идентичны совершенно, они одинаковые по размеру, у них одинаковые исторические рамы. Они все три подписаны, авторство определено и датировка стоит. Этот портрет всегда находился в Карабахе. Как он оказался здесь, вот такая вот загадочная история до сих пор для нас. Некрасов умер в декабре 1877 года. Многотысячная толпа провожала его от дома на Литейном до кладбища Новодевичьего монастыря. Всю длинную дорогу гроб несли на руках. После завершения отпевания в переполненном людьми соборе у гроба поэта выступил профессор Петербургского университета протоиерей Михаил Горчаков. Покойный был носитель и выразитель страданий и горя русского народа. В его стихах изливаются думы и чувства не одного какого-либо класса, но думы и чувства всех и каждого из нас, беду и горе испытавших. Ты, почивший, просишь прощения и любви, твои страдания искупили тебя. Твоя любовь к другим покрывает тебя. Православная Церковь поминует слова Спасителя. Кто возлюбил много, тому много и простится. Претерпевший до конца будет спасен. Уже после кончины Некрасова художник Иван Крамской закончил еще один портрет поэта. Некрасов попросил все-таки написать его таким, каким он был в последний год своей жизни, и выставить картину, когда его уже не будет. Портрет Некрасова времен последних песен был представлен на выставке передвижников в 1878 году. Мало кто заметил, что холст с изображением головы Некрасова художник вырезал с парадного портрета и наклеил на холст, на котором была написана фигура человека в постели. Написать лицо больного Некрасова было немыслимо. Недуг изменил его до неузнаваемости. Поэт сознательно принял свою участь и отказался от обезболивающих средств, чтобы испить чашу страданий до дна. Тот, чья жизнь бесполезно разбилась, может смертью еще доказать, что в нем сердце неробкое билось, что умел он любить. Вместо финального слова Некрасов поставил многоточие, потому что именно это слово и определяло всю его жизнь. Что умел он любить и страдать.